короче, опытным путем было выяснено, что фигурки вот эти передвигаются на нашу территорию только тогда, когда мы проходим какой-то бой. И в случае, если этот бой проигрывать, и территория останется вот этого врага, допустим, мы возвращаемся на то место, где стояли, а фигурка врага двигается. Это единственный способ накопить эти очки. А, нет, кстати, вот стало двигаться. Значит, она двигается только тогда, когда остается только столица. Себе. Башенный лес. Что за карта интересная? Враг рядом. Если мы захватим их города, им придется уйти из этих мест.
Квотлы оказались слабым противником. Мы победили! Вот другое дело. Только почему-то очков прокачки нету. А почему? Пока не буду качать сюда, пока не буду ничего. Так, надо посмотреть еще раз. Уровень сложности, может, влияет. А то я за кадром тут сменял. Забыл сохранить территорию вот этим трясины КБ. Когда 2 часа там тусовался, не сохранилось. Пришлось на легкий поменять, чтобы быстренько пройти. Так, ну-ка, значит, сложные. То ли из-за уровня, что ли, очки даются. Ну, давай посмотрим. Потерянный водоем. Маленькая должна быть карта, надеюсь. Нет, вот нету здесь ничего. Нет очков, награды никакой.
Thank you.
Квотлы оказались слабым противником. Мы победили! Но зато технологии копятся. Что если попробовать сюда проиграть, потом встанет ли она сюда? Вот это интересно. Мы ее как бы здесь блокируем.
на всякий случай один райончик поставлю. 6 за ход, это уже преимущество. И покопить очки. Сейчас проходить это не будем, просто проиграем. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Это караван ложных богов. Так они перевозят припас. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов. Нет, мы ее заперли. И очки исследования добавляются, но это не копится у нас. Опыт. И это круто. Пять заход, семь заход, пять. Попробуем повторить. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов. Ну круто.
этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Это караван ложных богов. Так они перевозят припас. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотла. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Это караван ложных богов.
Так они перевозят припас. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодится. Джакомо, я слышал, поблизости могут быть люди, освободившиеся от власти ложных богов. Отчего бы тебе не разыскать их? Они наверняка захотят помочь. Лол. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы.
Это караван ложных богов. Так они перевозят припас. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет от войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Это караван ложных богов. Так они перевозят припас. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов.
этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов. В этих местах люди поклоняются ложному богу, известному под именем Цин. Возможно, вы о нем уже слышали. Да, он напал на нас из засады. Этот предмет лишил жизни величайшего генерала Мианы и моего лучшего друга. Сочувствую вам, Джакомо, но мы должны быть осторожны. Мы не можем обнаружить себя, пока не будем готовы. Если поспешим, Цин пошлет войска и прихлопнет нас, пока мы слабы. Это караван ложных богов. Так они перевозят припасы. Если перехватить его, груз нам бы очень пригодился. Несмотря на все наши усилия, нам не удалось победить Квотлов.